Для творчества межев не існує. Это еще раз доказали удельники юбилейного фестиваля «Кветка солнца», который прошел у агрогородку Мирный Барановицкого района. Фестиваль творчества закликает не только разнастать жизнь людей с обмежованными махчимостями, але и звернуть увагу на проблемы. А их немало. Недоступных для инвалидов объектов застается еще вельми шмат. Не все из них мают махчимость працаулаткаваться. С навучанием справа и деля хчей. До прикладу, у Барановицким районным центре люди с обмежованными махчимостями могут навучаться у швейной и полиграфичной майстернях. Трудоустраиваются, есть такие случаи, но говорить о том, что это эффективно идет трудоустройство, пока еще нам рано. Пока это трудоустройство в трудовых мастерских центра территориального Барановичского района, где они получают на данный момент и заработную плату, и выпускают продукцию, которая в последующем передается в бюджетные организации. С каждым годом колькость удельников фестивалю «Кветка солнца» растет. У першиню им бере удел территориальный центр социального обслуживания населения Заваново. Мы очень тщательно готовились, девочки тоже очень волнуются. Хотим завоевать какое-нибудь место, получить диплом. Не так часто предоставляется возможность показать себя. Вот такие вот фестивали, они как бы нужны для этого. Экспонаты выставы декоративно-прикладной творчести доказывают, коли есть жадание, нема ничего немогчимого. Жыхар поселка Жемчужный Дмитрий Пронько уже 7 годов занимается бисероплетением. Это и хобби, и практика. Мне очень понравилось заниматься. Там я начал дома, куплю бисера. Начал дома сижу по вечерам и плету бисером. Каждый цветочек, каждый листик. Сярод удельников святочного концерта и читальники, и вокалисты, и инструменталисты, и танцоры. Как кажут сами артисты, обмежевания могут быть только у голове. Сегодня, посмотрев те работы, которые показывают нам сегодня и Драгичин, и Пинчани, и Брещани, и Барановского района, вы знаете что, те руки, которыми сделаны эти подделки, говорят, фантазия огромнейшая, и столько красиво можно увидеть, я считаю, что это, наверное, достойный праздник. Фестиваль демонструет сярод людей со слабым здоровьем шмат талиновитых, мэтанакированных и оптимистичных людей. Яны находят у себе силы, как забыться на час про хворобу и заняться любимой справой. А еще это приклад для переймания тем, кто готовы опустить руки. Наталья Василевская, Катерина Страха, Юрий Цито, областные новины, Барановичи.